Всем привет, у меня на столе посылка из Китая, это SSD-диск с сайта AliExpress. Давайте его распакуем, проверим, накатим на него винду и, конечно же, посмотрим на скорость. Объем этого диска 60 гигабайт, стоимость $25. На странице у продавца также были диски объемом 16 гигов, 32, 120 и даже 480. Стоимость от 12 до 100 баксов. В данном случае производитель диска Golden Fear. Диск на месте, диск в порядке. Теперь давайте проверим его на работоспособность. Я сейчас его подключаю к компьютеру и после этого сразу устанавливаю на него винду. Кстати, что касается объема, я взял себе диск на 60 гигабайт, и этого хватит для винды и базового набора программ. Но если ваш базовый набор программ очень большой, как и мой, то берите лучше на 120 гигабайт. Мой основной диск именно на 120 гигабайт, и мне этого хватает. Этот же диск я взял для будущей майнинг-фермы, поэтому 60 гигов тут без вопросов хватит, и еще даже место останется. Я для первой фермы тоже покупал SSD-диск на AliExpress, и его объем был меньше. Он на 32 гигабайта, и там свободно что-то в районе 5 гигов. Вот для другой сборки решил взять на 60 гигов, чтобы запас был нормальный. Винду я установил и загрузил программу Crystal Disk Mark. Очень сейчас волнительный момент. Давайте проверим скорость этого диска. Ну что я могу сказать? Скорость отличная, брать диск можно. Только объем нужно выбирать не менее 60 гигабайт, а лучше 120. В этот раз мне повезло реально, потому что на первом диске, который был KingSpec, скорость записи у него была что-то вообще какая-то галимая. Конечно, он работает до сих пор, уже скоро год ему будет, но вот по скорости записи реально он был каким-то отсталым. В этом Golden Fear скорость отличная. Кстати, после установки Windows у нас доступна памяти 28 гигабайт, то есть этого для базового набора программ вполне хватит. Но если нужен хороший запас или планируете устанавливать на диск игры, то как минимум нужно брать на 120. На этом все, ссылка на диск будет в описании под видео. Всем пока!